наше мероприятие. Очень рада вас в Москве выставка картин художника и скульптора Максима Попова. Он уже довольно-таки давно широко известен в кругах поклонников Майкла Джексона как великолепный портретист, который рисует вандерской техники, которая не имеет аналогов. Это действительно так говорят профессионалы. Это его первое мероприятие, он несколько волнуется. Но сейчас он скажет пару слов, и дальше мы начнем нашу программу. Встречайте, Максим Попов! Oh,
Thank you.
racial movement, a herald, a face, a line, divinity in motion. You know you want me.